Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня для вас сделаю небольшой обзорчик нашей эндуро-площадки. Сделаю небольшой кружочек тут через листочек на горочку. Есть бревнышки, небольшой трамплинчик. Ну, сейчас вы все это сами увидите. Вот такое бревнышко. Покрышечки мы еще не доделали, так что испытывать их пока не буду. У меня с ними еще и плохие ассоциации. Столик у нас небольшой. Тоже еще не доделан пока. Но ездить уже можно. Прыгать, пожалуй, еще рановато. Ну и имитация траншеи. Потом сделаем ее поглубже. Повыше насыпем ход. И выход повыше. Без столика что-то. По крышке я не поеду. Пока не поеду. А еще кружочек. Езжайте, пытайтесь, но будьте осторожны, берегите себя. Всего доброго. Сегодня я на площадке один. У брата мотоцикл сломался. Мы надеемся, что он скоро его починит. Поэтому, пользуясь случаем, передаю своему брату привет. Санек, не горюй. Скоро будем вместе кататься. Ну вот, подписывайтесь немножко на нас, смотрите наши видео, ставьте лайки. Всего доброго, увидимся в следующем видео.